Ой, какая красота! Готовим все с любовью, дорогие мои. И надо всегда желать друг другу хороший день, хорошее настроение, что вам тоже хорошее. Все получится. Попробуйте. Классно. Надо всегда относиться с любовью, чтобы у вас и тесто получится, и в жизни все удалось. Не надо завидовать. А вы вот представляете, кто завидует, кто всегда скандалит, кто не желает друг другу хорошего. Вы посмотрите историю людей. Нету удачи, нету жизни. Поэтому надо всегда любить, уважать и хорошее желать друг другу. Если даже у них не получается, пожелайте, и Бог вам слышит, и Бог вам даст. Вот кто завидует, кто вредный, кто по-армянски нахандасе. Посмотрите историю их. Просто зайдите и посмотрите. Даже стесняет свое лицо показать. А говорит, они умеют. Говорить, писать умеют. Оскорблять умеют. Ну не надо этого. Не умеешь — молчи. Если умеешь, то покажи, кто ты такой. Чего ты стесняешь? А, стыдно фотографию поставлять. Одна жирная, если я себе считаю жирненький, толстенький, то есть 3 раза больше и пишет: не стесняешь, спортом занимаешь, взрослая ты женщина, тем более армяночка. А я говорю, хоть бы фотографа. Потом через находим его фотографа, ведьма настоящая, неухоженная. Хоть бы кто написал. Вот поэтому они стесняют свою фотографию даже поставлять. Поэтому, если вы добренький, добрый — это не языку, душа, вам Бог дает. И у вас все получится, как у меня. Посмотрите, как у меня классно.